совершается чудовищная несправедливость. Людей обвиняют в тех вещах, которые они не совершали. И удивительно, что власти не подозревают или делают вид, что не подозревают о том, что мы все об этом знаем. Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Маша Баронова, Сергей Кривов, кандидата физико-математических наук, держат уже больше года, по-моему, за решеткой из-за того, что ему предъявляют абсолютно несправедливые обвинения, не имеющие к нему никакого отношения. И человек вынужден голодать больше 50 дней для того, чтобы обратили внимание на эту чудовищную ситуацию лжи. А ведь вы понимаете, что болотное дело – это те люди, которые вышли за честные выборы. Да? Это люди, у которых есть нравственные ценности, которые не хотят мириться с несправедливостью и с ложью, которая как бацилла распространяется в нашем обществе. Друзья, я знаю, что нас очень-очень много, и мы не будем молчать по этому поводу, и мы будем делать все, чтобы несправедливость остановить. Зло надо сегодня назвать по имени, и тогда оно обязательно потеряет силу. Я в это верю. Поэтому, естественно, вместе с многими-многими тысячами, сотнями тысяч людей я подписываю эту петицию за то, чтобы восстановить справедливость и дать свободу людям, которые достойны этой свободы, точно так же, как и мы с вами, потому что дороже свободы нет ничего.